Друзья, в продаже у нас появилась Subaru XV 2014 года выпуска на бензиновом двигателе объемом 2 литра, 150 лошадиных сил. Автомобиль на вариаторе, полный привод. У автомобиля родной подтвержденный пробег, полный комплект ключей. Также есть сигнализация. Автомобиль в максимальной комплектации. Своевременное обслуживание. По комплектации у нас бесключевой доступ. 4 электростеклоподъемника, электрорегулировка зеркал, круиз-контроль, мультируль. Штатная мультимедиа. Кондиционер, обогрев лобового, обогрев заднего стекла. Климат-контроль, кнопка старт-стоп. Также подогревы передних кресел. Салон у нас кожаный. Электрорегулировка водительского кресла. У задних пассажиров у нас электростеклоподъемники. Два подстаканника в подлокотнике. Автомобиль в хорошем состоянии, как технически, так и косметически. Также установлена система парктроников с измерением расстояния. Парктроники спереди, сзади. Повторители на зеркалах. Также есть камера заднего вида. Автомобиль в хорошем состоянии, с родным подтвержденным пробегом, полный комплект ключей, сигнализация, максимальная комплектация.